Одинцовская земля подарила нам не только известных писателей, драматургов и актеров. Здесь создавали свои картины Левитан, Жуковский и не только. И сегодня знаменитые звенигородские пейзажи находят отражение в работах одинцовских художников. Комитет по культуре вышел с инициативой издать альбом их лучших работ. Я невероятно горжусь этой работой. Она очень красивая, она очень талантливая. В нее вложено много труда и дизайнеров, и редакторов. И работы по-особенному наших художников выглядят в этом альбоме. И мы хотели, чтобы он стал особенным, потому что он первый. Презентация альбома прошла в Одинцовском историко-краеведческом музее. Для каждого художника выделен раздел, где представлены краткая биография и произведения одинцовских живописцев, графиков, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства. С каждой картиной связана своя история. За мной вот этот храм, это Большевизюмский храм. Преображенский. Это с первого нашего пленэра «Царская дорога», который был в 2016 году. У нас был пленэр. И мы ездили по нашему району. Это Усово, это Успенское, это Уборы. Там писали вот храмы. Я очень рада, что наконец-то на нашей одинцовской земле, скажем, оценен труд наших художников, ну, скульпторов, художников, керамистов, всех, кто приобщен к изобразительному искусству. Содержание важно, безусловно, но еще важна и внешняя, эстетическая часть. Над этим пришлось хорошенько потрудиться дизайнеру Яне Плющевой. Немаловажно было выбрать и переплет. Он у каталога классический, твердый, достаточно редкий, так называемый переплет номер 5. Используется в каталоге еще и ткань, которая натягивает, как бы на саму книжку, на свой альбом, и она как бы, ну, делает особенным, да, все-таки каталог, он лучше выглядит, и мы постарались, чтобы, ну, для каталога выбирать самые такие классные материалы. Для творческого человека очень важно быть признанным не потом, не когда-то, а сейчас, в тот момент, когда он создает очередной шедевр. Поэтому для местных художников возможность разместить свои лучшие работы в этом альбоме уже признание. Татьяна Мигдаль, Артем Ломоносов, Виктория Максюта, телекомпания «Одинцова».